Итак, у нас здесь стенка из двух плиток 1200 на 600. Делать одну посередине и по краям резать — это невыгодно. Вот. Ну а тут выходит вот такая подрезочка на 4,8. Целую плитку портить, чтобы здесь был заводской, нецелесообразно. Поэтому вот у нас под откос режется. С нее остается плитка, мы ее режем на откосы. И остаток у нас пойдет сюда. Но будет открытый рез с двух сторон. Здесь и здесь. Как это быстро сделать, я сейчас покажу. Итак, вот наш остаток. Берем. Выбираем ровную сторону, угол 90. Дальше полируем, потому что здесь у нас не заводской, сколы. Здесь то же самое. Все, отполировали. Теперь это все дело торцуем под заводской. Корректируем. Все, это у нас заводской рез. Теперь идем резать на станке. Здесь я заранее сделал лекало вот из этой плиточки по размеру. Теперь не заводской стороной мы не сможем, у нас здесь не ровно. Вот здесь мы сделали заводскую сторону. Ровненько положили. Теперь режем. Главное, чтобы у нас станок не болтался, все было затянуто. Соответственно, что здесь у нас рез идеально ровный. Сейчас отполируем. И все. Здесь мы не можем зацепиться. Вот так по факту полируем уже, как получится. Все. Теперь нам надо срезать вот эти вот все неровности под заводскую. Вот такая маленькая деталь, но очень много подходов. Так, ну и теперь померим нашу деталь. Все идеально ровно. Сейчас клеим. И все. Будем клеить вот эту всю полосу.